Всем привет! Вот решил выбраться на природу, давно никуда не выбирался. Сейчас в отпуске, сижу дома, дурака валяю, смотрю YouTube. Вот решил прогуляться, сходить в лес, снимать видео для своих подписчиков. Посмотрим, что из этого получится. Погода, в принципе, сами видите, да? Вот такая вот, дождя нету. Небольшой ветерок, солнышко даже пробивается, в лесу сухо. Посмотрим, погуляем, может что-то интересное увидим. Практически пересохло, все заросло зеленью резко, вон там бутылки кто-то накидал. Вот так вот, хотя вот весной тут столько воды было, и лето достаточно дождливое. Все равно такие рисунки рисуют. Тут тоже бутылки. Кстати, вот, по-моему, с Нового года вот такие баклажки запретят алкоголь продавать в пластиковых бутылках. Не знаю, хорошо это или плохо. В принципе, иногда сам беру в пластике. Хотя вот в стекле, конечно, мне кажется, вкуснее. Сейчас иду по дороге, которая ведет, ну мы так называем его, лесное озеро. Тоже я как-то был летом на нем, воды мало. Сейчас посмотрим, сходим, может быть даже увидим утку, потому что часто бывает приходишь туда и там утки сидят, плавают, кормятся. Вот по этой дорожке раньше ходил, белые грибы собирал. Но сейчас уже белые отошли, навряд ли что-то будет. Вообще я как бы не за грибами иду, а просто погулять по лесу. Нет такой цели набрать грибов. Сейчас потихоньку подойдем и посмотрим. Да, все заросло ужасно. Здесь, кстати, и бобры живут. Ну, не знаю, в этом году есть, нету. А так вот раньше тут бобров до хрена было. Баклажка красная плавает. Да блин, люди кидают мусор. Не знаю, неужели после себя нельзя убрать все? Хотя бы даже сжечь весь этот мусор. Это обязательно надо кинуть либо в воду, либо там, где сидели, бухали. Вообще все заросло. Охренеть. Вот здесь раньше вода была. Приходишь, тут воды дофига. Сейчас все высохло. Вообще какое-то болото. Ух ты, блядь. Мушкара в рот попала. Ой, блядь, не тряси. Жесть какая-то.
общем-то, все высохло здесь. Ничего нету. Да, может, похожу, хоть посмотрю, маршрутка есть. Все пересохло. Сколько хвоща этого тут. Сейчас попробую из Атгана попасть вон в ту красную банку. Хотя здесь расстояние такое не особо большое, да? Но все равно вот как бы приходишь, такая тренировочка, и там, например, кто-то плавает, да? Сейчас мы попробуем это дело заснять. Так, сейчас ставлю камеру. Блин, я даже не знаю, как лучше поставить. Четко. Этган рулит. Я, кстати, поставил здесь уровень. Еще не показывал его в своих видео. Как-нибудь запишу отстрелку. Я, кстати, еще не пристреливал. Вот снимал прицел. Винтовка не пристрелена. Надо будет как-то пристрелять ее. Сколько тут метров? Ну, близко, в принципе. Недалеко. Что-то в этом году мало облепихи. А в том году вообще прям гроздями висели. Калина. И ягодки красные уже назревали. То иду сейчас еще к одной речке тут. Ну, та же самая река, только уже у нас на участке тут она. Такой прудик здесь. Блин, все заросло ужасно, еле пробрался сюда. Вон там тучка идет. Кстати, смотрите, вон бобры нагрызли свежие. Офигеть. Вот здесь заход бобриный. Видно, что свежая прям тропа. Все заросло, воды мало. Не исключено, кстати, что здесь бобры тоже вот плавают и кормятся вот там где-то, в той речке. А вот сюда они перебираются, может, где-то тут у них тоже норы какие-то есть. В этом году яблок очень много. Он же на земле валяется. Ходит, давит их. Белый налив.
А это ежевика. Вкусная ягода. Ничего не спелый много. Пробую с руки попасть в горлышко бутылки. Расстояние где-то около 50 метров. Посмотрим, как у меня это получится. И буду стрелять не со стола, а вот как бы, я не знаю, даже там к дереву, может, прислонюсь, там еще куда-нибудь. Итак, бутылка у нас вот там. В камере сейчас не видно, зума нету. Но я попробую это все дело снять, чтобы было нагляднее, да? Вот я сейчас стою вот около этого дерева. И вот та куча земли глинистой такой, да, коричневой. Вот там бутылка стоит. Вернее, донышко от нее торчит. В общем-то, вот с первого раза расстояние около 50 метров. Я так думаю, я так шагами мерил. Дальномера у меня нету. С первого раза раз фигачил. Прям стрелял в донышко. Сейчас мы это все уберем, осколочки. Вот они там, кстати, все внутри. Бутылка, кстати, стекло очень толстое. Ну, как видите, расфигачивает на раз. Я специально поставил вот в эту горку, да, чтобы пуля не летела дальше. Потому что все-таки в лесу могут грибники ходить. И нужно соблюдать технику безопасности. Вот, все, осколки мы собрали. В принципе, на сегодня стрельбу я заканчиваю. Немножко потренировался. Ну, в следующий раз возьму треногу. Надо пристрелять будет для камеры, да? Надо будет пристрелять как следует прицел, потому что я его снимал, одевал, как я уже говорил, уровень, да, на него. И попробовать пристрелять еще раз все-таки на 50, на 60 метров где-то. Четко в яблочко, в десяточку. Кам-ленту вот такую темного цвета. Прицел, на прицел сделал, чтобы он уже не пачкался, ничего там не царапался. Вот, а вот это уровень. Ну, такой недорогой взял. Нормально, в принципе. В общем-то, вот заканчивается моя сегодняшняя прогулка. Сейчас еще предстоит 6 километров на велосипеде до дома. И буду отдыхать. Пойду возьму комикс, если привезли, а то вчера ходил, не было. Ни в субботу, ни в воскресенье комикса нового не было. Вот, а так в отпуске классно, конечно, отдыхаешь, природа. Сами видите, да? Круто. Ну что, всем пока тогда.